Вань, привет! Удобно говорить? Конечно, Ёлька, удобно! Чё хотела? Вы чё тут жите? Да не, Настюнь, без паники! Просто сказали, спокойно, без паники, пробежаться надо! Думаю, скоро буду дома! Чё там по колее, взять тебя? Да нет, сидеть! Да не, мы просто по колею какую-то под Харьковом пробегаем! Короче, тогда по колею брать не будем! Ай! 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 Что такое, Вань? Тяжело бежать в этой обуви! Какой? Да я туфли тебе украл, дорогие! В руках места не было, приходится в них бежать! Спасибо, это очень мило! Слышь, Ваня, вы все вместе бежите или в рассыпную? Ну, сначала бежали все вместе, а после минного поля уже в рассыпную! Вань, а там же точно все под контролем у вас? Настюнь, да не все ты как наш полкан после сухпайка. Все под контролем, кроме Харьковской области. Так укры наступают. Думаю, да. Потому что мы столько со страха оставляем, что точно наступают. И что теперь будет-то? Изюм будешь? Нет. Вот и мне изюм не нужен. Пробегаю мимо него тогда. Слушай, Вань, ну встань, передохни, запыхался. Настюнь, если я встану, я ляжу. Да ты точно добежишь, я верю, ты же физруком был. Да я физруком стал только для того, чтобы смотреть, когда на канат подсаживаю. Спасибо, ты такой романтик. Настюнь, все нормально, я уже наших догоняю. Вон, вижу уже их. А, нету! Фу, сумку положил. С 10 патронов, представляешь? А, нет, это все-таки наши. Фу, значит, в правильном направлении бегу. Ваня, ты знаешь, куда бежать? Да фиг его знает. И спросить-то уже не у кого. Настюнь, догнал еще одних наших. Короче, чуть-чуть осталось. Сказали прямо налево и где-то справа переправа. Че, Гриш? Какой нафиг Гриш? Я Вань. Так Грю не понимает, что ты Гриш. А, Грю пересекаем в Днепр, большую-большую реку, самую узкую ее часть. Бомбили ее сегодня, хоть бы сейчас ничего не прилетело. Господи, спаси и сохрани нас на этом понтончике вшивом. Скоро буду дома. Я... Вань, у тебя там все нормально, а? Что-то случилось, а? Ты что, меня кривляешь, а? Ты что, блин, игра какая-то, а? Так ты расскажешь, или я должна сама догадаться, а? В Африке горы вот такой высоты. В Африке реки вот такой ширины. Крокодилы-бегемоты. Обезьяны-кошелоты. И зеленый попугай. Ой, Ваня, мне очень нравится эта игра. А давай теперь я буду загадывать. А какая первая буква алфавита? Да, балдец. А как делает медвежонок? Правильно. Слышь, Ваня, а скажи мне, а как ты реагируешь, когда моя мама приезжает? Ваня вообще один в один. Слышь, а скажи, а как мой батя поет, когда набухается? Белый лебедь на пруду качает павшую свечу. Настя, ёпта, закрой радиаку! Стой, я единственный, кто выжил на этом вшивом понтончике. Меня контузия, можно сказать, родился в какашке. Ой, в рубашке. Ваня, ты где уже? Да походу далеко. Вот пробежал Чугуева, Диканьку. Подбегаю к Полтаве. К Полтаве? Я не в ту сторону побежал. Ты это, Настя, начинаю уже тоже разбегаться, чтоб когда я до тебя добежал, мы в одном темпе вместе двигались. Хорошо, Вань. Ага. Слышь, какие-то перебои. Да не какие-то, а конкретные. Вчера 640 человек перебило. Ёпта. Мордой на землю. Всё, всё, полоница, полоница. Ваня, мне так еще долго бежать. Вань. Ваня. Ваня, ты не сдавайся. Пленных на машины не меняют.